Полководец с шеей короткой должен быть в любые времена, чтобы грудь почти на подбородка, а затылка сразу, чтоб спина. На короткой незаметной шее голове удобнее сидеть, и душить значительно труднее, и арканам не за что задеть. Но они вытягивают шеи и встают на кончики носков, чтобы видеть дальше и вернее, нужно посмотреть поверх голов. Все, теперь он темная лошадка, даже если видел свет вдали. Поза неустойчива и шатка, и открыта шея для петли. И любая подлая ехидна сосчитает позвонки, но не дальше видно, но не дальновидно жить в открытой шее меж людей. Но они вытягивают шеи и встают на кончике носков, чтобы видеть дальше вернее, нужно посмотреть поверх голов. Плюешь в колодец, сам себя готовишь на убой. Кстати, настоящий полководец землю топчет полную стопой. В Азии приученный к засаде допустить не может полубок, чтоб его, прокравшийся сзади, с первого удара сбили с ног. Они вытягивают шеи и встают на кончики носков, чтобы видеть дальше и вернее, нужно посмотреть поверх голов. И не храня, под ноги пойдет ему подсечка, и на шею ляжет пятерня. Может, правда, голову тоскливо спрятать плечи и не рисковать, только это очень некрасиво — втянутую голову держать. Они вытягивают шеи и встают на кончики носков, чтобы видеть дальше и вернее, нужно посмотреть поверх голов. Thank you.